Дай совет, планирую взять на аукционе 907, так как лан на танк не подтянет. Многие мои друзья говорят, что брал чифа, но я не люблю на ТТ играть, хотя чиф вроде неплох. В рандоме чиф будет актуальнее, чем 907. На ГК используются и те, и другие. Если... ХЗ даже, на самом деле. ХЗ. Если ты не любишь на тяжах играть, зачем тебе Чифтейн тогда? Да, Чифтейн неплох. Юленька, рыбка почем вирт? Не по адресу, сори. Наша Юля просто класс шоу. А, это стишочек, да? Соперник, не союзник, поменяй себе подгузник. Привет, Александр. Карнай, здравствуй. Раньше, когда плотно играл, то около скилловика, можно сказать, был на 94, а потом... Воу. Но смотри, значит, ты играл лучше меня, потому что я 94%... Не осилю, но... Ну, я до 90% не доходил. Не, ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. В принципе, 5500 это прям не... Не прям бум какой-то, что невозможно. Просто... Ну, на прожете вот, когда я брала отметку, там надо было где-то 5200, 5300, не помню точно. Что, домогается? Так, плохая идея. Плохая идея, потому что у него опускается ствол. А еще я боюсь, что там будет какая-то козявка. Ладно. Я разминаюсь сейчас. Размениваюсь в надежде на то, что никакая ПТХ меня сейчас не прострелит. Его забирать надо. Так. Это с другой стороны сейчас будем забирать. 2 года назад за 5К соглашалась, а сейчас не туда. Очень смешно, очень смешно. Забавный троллинг. Ха-ха-ха. Ребят, давайте посмеемся в чатике. Человек считает, что кому-то это будет смешно. True story. Продолжай в том же духе. Не пробил. Я думаю, чатику понравится твоя история. Он быстро видит, он так не кажется. Броня не пробита. Пробитие. Хитрый бочатик, да? Есть, ну, хитрюган. Пробитие. Так, пазику нужно срочно помогать. Пробитие. Чтобы он не отвлекался на вот это вот безобразие, да, уже принимал сверху ребятишек. Только не умирай, пожалуйста. Господи, стандарт еще приперся.
Блин, я дала ему перезарядиться. А еще ей. Пробитие. Эй, парни, подождите! Возьмите меня с собой! Пожалуйста! Мне очень грустно и одиноко. Так. Это можно вытащить. Если я не умру. Не пробил. Броня не пробита. Пробитие. Тебя альфа не пройдет. Пробитие. Есть пробитие. А, ты стоковый. Уничтожен. Пробитие. Господи, как мне повезло! Жесть! Просто жесть! Как же мне повезло! Так, две арты, слушайте. Я хочу арту. Я хочу 9000 урона. Так, самое время, ребят, кто там считает, что я не играю на свою стату? Я ни в коем случае не хвастаюсь, просто сейчас, я думаю, самое время вылезти и потявкать в чатике. У меня всегда на стримах присутствуют люди, которые тихонечко сидят до тех пор, пока... пока я не начну тупить и не сделаю какой-нибудь фейл. На экзекутера. Спасибо огромное за поддержку. Я, если честно, не совсем поняла, о чем речь, но спасибо. Интересно, в какую сторону она полетела. Так, если артоводы его не нашли, то я еду в обратную сторону. Забирай.
Я не буду бегать. Боже, теперь Лора бежит за стервой. Забавно. Я, в принципе, еду. Хех. Экзекутер поймет. Экзекутер поймет? А, вот оно что. Ну ладно, поймет, так поймет. Спасибо за поддержку еще раз. Привел почти, говорит. Хорошие ребята попались. Стражики отдали. Привели за ручку. Big G. Hi. I don't speak English, but I understand you. Ой. Божечки, сколько медалечек, ай-яй-яй. Так, ну, в принципе, бой неплохой был. Не могу сказать, что мне за него стыдно. Не то, чтобы я избивала младенцев. Были достаточно потные моменты. Были. Хотя епись была стоковая. Медаль пула. Давно, кстати, не брала я медальку пула. Второй мастер за стрим. Нормальный опыт. Скринчиков понаделаю, сделаю вырезку на канал. Ой, я сделала вот так. У меня там по сессионке получилось. Так себе. Хороший бой, мне понравился. Особенно окончание забавное было, когда стерва убегала от Лоррейна. Так, а как там у ребят вообще стерва? 2000... Ну, не стал забирать, мог же. Ну, я не видела конкретно, какая там ситуация была, но в целом мог же забрать. Но не стал, молодец. Спасибо большое ребятам.